плоскости несколько прямых и несколько точек, вот так вот, в той же самой ситуации, количество прямых, проходящих не менее чем через k точек, значит, это k. Разумеется, здесь считается, что k больше или равно 2, потому что иначе задача теряет смысл. Любая прямая проходит через одну точку или больше. А вот когда через две точки, то это уже возникает, что называется, интересная ситуация. Так, ну что, давайте поймем, что на самом деле мы это показали. Ну, скажем так, если k равняется 2, то во что превращается наше неравенство? Будет так, будет p в квадрате, это количество точек, плюс p. Ну, на самом деле, чтобы это делить на 8, но это неинтересно, потому что есть константа. И p разделить на 2. Так, давайте думаем. Если k равно 2, понятно ли вам, что количество прямых, которые проходят через две точки, не больше вот этого умножить, ну, если честно, даже на 4. Все понимают? На плоскости лежат p точек. Рассматриваем прямые, которые проходят не менее чем через две точки. Докажите, что их количество не больше, чем p квадрат делить на 8 плюс p, и все это умножить на 4. Ну смотрите, когда вы умножаете на 4, будет p квадрат делить на 4 плюс что-то больше нуля. P квадрат делить на 2. Но p квадрат делить на 2 больше, чем число сочетания из p квадрат. Конечно. Дело в том, что количество прямых, проходящих через две точки, разумеется, не больше, чем число сочетаний из p под 2. То есть p на p минус 1 пополам. Ну и все. Это p квадрат минус p пополам, а здесь будет у вас даже больше. Замечательно. Значит, когда k равняется 2, то, ну, что называется, никаких проблем нет. Да. Хорошо. Хорошо. Когда k равно 2, никаких проблем нет. Если количество ребер больше или равно, чем 4b, то количество пересечений больше или равно r в кубе разделить на 64b. Я сейчас сделаю следующее. Когда у меня есть точки и прямые, то я оставлю только те прямые, на которых лежит k точек или больше. Делаю опять граф. У меня есть мои жирные прямые, те, на которых k или больше точек. Давайте поймем на каждой такой прямой, сколько лежит ребер графа. K минус 1 или больше. Значит, если вы возьмете и вот это самое L катое умножить на k минус 1, то абсолютно ясно, что вы получите оценку на количество ребер. У нас на каждой прямой лежит больше или равно, чем k минус 1, значит, количество ребер, давайте, r это количество, p это количество точек, ребер я так с подчеркиванием пишу. Количество ребер у нас больше. Точки у меня остались все. Да. Но прямые вычислили. Я говорю, что я те прямые, на которых меньше, чем k точки, я вообще не рассматриваю. Но точки-то остались. На каждой прямой у меня k или больше точек. Значит, отрезков между ними минимум k плюс 1. Значит, если я умножаю количество прямых на k плюс 1, я получаю оценку снизу на количество ребер. Согласен? Отлично. Значит, я могу применить вот то неравенство. Давайте его аккуратно выпишем. Количество пересечений больше или равно. Но опять надо будет вспоминать, что оно не всегда верно, а что если осторожность потом разберем. Да? Так, количество пересечений больше или равно возведенного в куб количество чего? Ребер. Вот это. Вот это возведенное в куб. LK в кубе. K минус 1 в кубе. Так, деленное, так и пишу, деленное на 64,
количество вершин в квадрате. Ну, у нас вершины обозначались буквой P. Отлично. Количество пересечений больше или равно вот этому. Так, слушайте, а количество пересечений, оно меньше или равно чему, помните? Показываю вот такой вариант, что если у меня есть некая система точек и система прямых, то количество прямых, проходящих не менее чем через k из них, ограничено вот такой величиной, где p – это количество точек. Замечательно. Чтобы это сделать, я рассматриваю граф, который получен следующим образом. Я оставляю только прямые, на которых k или больше точек. Точки я оставляю все. И в этом графе оцениваю количество ребер и количество его пересечений. Замечательно. Количество пересечений оценивается как количество прямых, оставшихся прямых, то есть LKD, умноженное LKD минус 1 пополам. Потому что больше не бывает. Замечательно. А вот это оценивается путями, которые мы сегодня доказали. Вы доказали для любого графа. За единственным исключением. Если количество ребер больше или равно четырёхного количества вершин. Если это не так, будем отдельно рассматривать случай. Давайте я напишу. Случай, когда R меньше 4V. Так, вспоминаем, что такое R. 2i минус 2n. А? R у нас больше или равно, чем LKT минус 1. Согласны? То есть оно вот такое. LKT умножить на k минус 1 меньше или равно, чем 4b. А v это у меня b, да? Вот это вот у меня количество ребер, а вот это вот количество точек b, которое количество точек. Ребят, этот случай, он, если честно, вообще очевиден. Потому что получается, что LKT не больше, чем 4k минус 1 от количества точек. А эта штука абсолютно соответствует вот этому слагаемому. P делить на k. Объясняю почему. Потому что можете написать, даже если здесь у меня стоит тройка, то чем отличается это от одной k? Вот 3 минус 1 это 2, да? Поэтому если вы здесь напишите 6r делить на k, то это будет верно для всех k, начиная с тройки. Проверяйте. Значит, 4k меньше или равно, чем 6k минус 6. 2k больше или равно 6, то есть k больше или равно 2. Это правда. И таким образом, вот этот вот случай, он совершенно простой, потому что это мы предусмотрели. Для этого достаточно вот здесь вот c написать не меньше 6. Давайте я напишу. Если c больше или равно 6, то тогда вот этот случай уже дает все замечательно. Теперь осталось разобраться с этим случаем. Если честно, уже все более-менее очевидно. Потому что на LKT мы сокращаем, и у нас получается, что LKT минус 1 пополам больше или равно, чем LKT в квадрате умножить на k минус 1 в кубе, разделить на 64b в квадрате. Так, смотрим, как бы это записать по-другому. А очень просто. Надо здесь просто, чтобы не мучиться, написать LKT пополам, разделить все на LKT, 64b квадрат перегнать туда, получится 32b в квадрате больше или равно чем LKT умножить на k минус 1 в кубе. Господа, значит LKT не больше, чем 32p квадрат делить на k минус 1 в кубе. Но то же самое. Вы k делить на k минус 1 оцениваете как 1,5. Значит, здесь поставить 1,5 в кубе. Это в лучшем случае, когда карман, при большем k это будет даже лучше. Не разница. И вот умножить на 32p в квадрате, разделить на k в кубе. Так, 3 в кубе это 27, делить на 8 умножить на 32, это будет 108. Отлично!
Я доказал, что здесь можно написать фокус. Здесь можно написать 108 для любого числа. Все. Все константы считал честно, поэтому это было чуть дольше, чем я мог говорить, так сказать, там, константы, константы, константы. Тогда все эти каменные сути не надо было бы выписывать, а я везде писал просто сразу k. Но заметьте, что вычисление на самом деле совсем не сложное. И мы получили идейно довольно симпатичную штуку. Оказывается, что если у вас есть много точек, и вы интересуетесь, чтобы у вас прямые проходили там, через k или больше из них, то в таком случае вот такая оценка. P квадрат делить на k в кубе плюс p разделить на k. Опять-таки, можно несложно привести пример, который доказывает, что эта оценка по сути, в общем, близка к оптимальной. То есть, ну, константы, конечно, можно